командир части приходит, жена офицера, и говорит: повлияйте как-нибудь на моего мужа, он мне изменяет. Ну что вы так, есть какие доказательства? Да, конечно, достает из кармана женские трусики, вот. Ну что вы так, тут резко раздается общая тревога. Он берет эти трусики и к себе в карман. Приходит офицер вечером уставший, с женой поужинали. Она: дорогой, а вам сегодня зарплату давали? Да, конечно, сходи в кармане возьми. Возвращается она радостная, довольна. В одной руке денежки, в другой трусики. И говорит: эх, Петька, шутник ты у меня. Я третий день трусы ищу, а ты их в кармане носишь.